Часто при выпекании фруктового пирога начинка или сок от нее вытекает из теста и пригорает. Как этого избежать? Сейчас узнаем очень интересный способ. Во-первых, если вы готовите пирог с фруктовой или ягодной начинкой, постарайтесь максимально отжать фрукты, особенно если они из варенья или из компота. Что касается замороженных, то их нужно как следует разморозить и дать лишней воде и соку стечь через отверстие дуршлага. Тем не менее, все же жидкость останется, и она может доставить хлопоты. Вот что можно сделать. Закрываем нашу фруктово-ягодную начинку тестом. Прокалываем его в нескольких местах, а также вставляем в него несколько полых трубочек макарон. Не вареных, конечно. Ставим пирог в духовку и запекаем до золотистого цвета. В процессе приготовления ягодный сок будет подниматься по трубочкам вверх и не убежит наружу. Домашние хлопоты могут быть приятными. Просто нужно знать, как их сделать легкими.